С опеками 50% тела у Сморгонскую центральную районную больницу был доставлен мужчина 1956 года народжения, который потерпел на пожары на своем присядибном участке. У службу 101 Сморгонского района о пожары на соседском подворку поведомила жихарка вёски Бурчаки. Прибывшие подразделения МНС приступили до ликвидации пожару одноповерхового господарчей побудовы. На момент здарения пенсионер 1956 года народжения был унутры, але здолел самостойно выбраться. С опеками 50% тела мужчину доставили у ЦРБ. Причина пожару устанавливается.